Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Ну что, немножечко пробегимся по вашим комментариям. Вот пользователь такой-то написал: как можно слушать человека, который шокает и хегает? Это признак такой тьмущей необразованности, что просто ад, колхоз. И далее. Редкостное видео, где мы видим плохо сохранившегося мужика для своего возраста. Очень плохой доктор. Не смог вылечить себя ни от деменции, ни от сумасшествия, ни от тугоглазия. Я пообещал, что пускай немножечко повисит этот человек, а я его просто потом заблокирую. Что я и сделал. Почитаем другие комментарии. Кто-то смотрит на внешний вид, не нравится внешний вид. Кто-то на содержание разговора, на то, как он построен. А кто-то на суть того, что пытается человек вам донести. И если это то, что он вам пытается донести, вы схватили и применили, то уже отношение к этому человеку совершенно другое. Добрый день, хочу рассказать свой недавний опыт. Я пью травы, побуриваясь йогуртом каждый день, учусь голодать. 2 недели назад на животе появилась родинка черная, неравномерная, с краями. Очень сильно напугалась, подумала, что рак. Хотела сделать фото, но работа затянулась. Уже хотела пойти к врачу, но пила травы дальше в течение 2 недель. Оно выросло и упало. На месте осталось красное пятно. Уже после ваших лекций мне кажется, что это грибница. Что делать дальше? Ведь я пью травы против паразитов, а не против грибка, с уважением. Ну что сказать, травы эти обладают и против грибка, и против паразита. В любом случае вылез паразит в той или иной форме. И это радует. Следующий посетитель написал: на керосин печень катаракта. Мой опыт применения керосина по методологии ГП Малаха. Здравствуйте, это Михаил из Московской области. Я по завершении чистки печени решился в конце января этого года пройти чистку керосином. Книгу про керосин ГП читал и видео про керосин смотрел. Итог, прошел свой первый курс керосина 6 дней подряд. Его пил по 6-7 капель, один раз даже 12 капель. А больше и не надо, он действует. Зачем больше, когда вот столько работает? Для цели чистки крови и всего организма. Именно вот это то, что надо. Именно то, что находится у нас в крови. Особо из ЖКТ ничего не вышло. Закалом таким образом особо не следил. Только на 6-й день был запахом в стуле пленочка керосиновая. И при употреблении керосина 2-3 дня была керосиновая отрыжка и даже сопли. Ну вот примерно вот это и происходит, чтобы понимать, как он действует. Вот так организм насытился керосином, появляется и в стуле, и там и в соплях. То есть он прошел везде и сделал свою работу. Из минусов. Ци холода повысилась за 6 дней. Ци холода – это энергия холода, повысилась за 6 дней. Но керосин обладает такой особенностью, как усиливать все циркуляторные процессы. То есть стал мерзнуть и вместо 14 дней только пропил 6 дней подряд. После керосина необычный эффект. Прана тонких тел усилилась. Ну, кто понимает, что такое прана тонких тел и так далее. Прана считается жизненная энергия тонких тел. Усилилась. И усилилась легкость во всем теле. А вы же как раз и принимали вот такое средство, которое помимо влияния на паразитов обладает влиянием на весь организм.
И если мы с вами знаем и понимаем особенность индивидуальной конституции, особенности устройства человека, то нам становится ясно, что произошло с нами. Для себя я жалею, что когда керосин пил, стал часто ходить по-маленькому. И когда прекратил, сразу все прошло. Ну, естественно, он подталкивал эти процессы. То есть, любое средство, которое усиливает жизненный принцип ветра, оно усиливает все циркуляторные процессы в нашем организме, в том числе, естественно, и мочеотделение. И как только это все перестали мы выполнять, все это прошло. Сегодня после прогулки в лесу были сопли и чих. Меняется погода у нас крепко. Выпил 20 капель керосина, и все на лад пошло. С уважением, лайк ставлю практически каждый день. При духовных практиках своими словами молюсь за Малахова. Так и говорю, дескать, и ему пусть благо будет. Многим он жизнь спас своими советами, видео и книгами. Люблю его очень. Я написал. Так и надо молиться друг за друга. Благодарю вас за невидимую, но ощущаемую помощь. И постоянно тружусь на благо народа. Ну, хотите нет, хотите да. Я свое, вернее, много жизненного своего времени трачу на то, чтобы вам что-то разъяснить. То, что я почерпнул и узнал, в виде книг там выставил, донес вам. Ну и помимо этого еще сижу и разъясняю и делаю. Вот сейчас я как раз работаю в современном траволечении. То есть это моя вот такая вот книга. Я решил этот травник расширить, чтобы он у меня, знаете, был таким уникальным. Сколько я в этой книге нашел таких советов дельных, что касается насчет трав. И при этом... И сижу я вот на нем, сижу, я вам много раз рассказывал, что вот я вроде как начал что-то делаю, и вот наконец-таки я работаю над этим. Смотрю, что, что взять, что не... Короче, столько материала из древности, а я, кстати, вот эти вот сведения об упаренной моче, я вычитал как раз из древнего трактата про Дамар Тантри, который вообще там рассказывал о йогах, как йогам использовать мочу. Ну, я прочитал и думаю, дай-ка я сделаю. Получилась удивительная вещь, которая помогла очень и очень многим, кто ее применял и рассказывает. Так вот тут масса иных советов из старины, которую просто-напросто взяли, вот что касается трав, и выбросили. Именно как травы влияют, вот просто ясно и понятно, как они влияют. Вот это все было выброшено. А зато появилась масса, что в травах содержатся вот такие-то вещества. То есть все это разбили на части, на мельчайшие эти. И вот там делают лекарства или еще что-то. Вот это все, и что якобы вот лекарство вот так вот работает, вот так вот, те там вещества, которые находятся. Ну а в целом-то о траве было сказано, вот такое-то действие. А сейчас нет, об этой траве рассказывается совсем по-другому. И та информация, которая должна быть нужной, и самое важное, она исчезла. И так везде все заменяется, все исчезает, все забрасывается. Дальше пойдем. Бобриная струя. Ну, называется бобриная или бобровая струя. Это другой пользователь на моча прошлое. Вот именно так и действует. Половину мал ложка под язык. И через неделю силы много. И стояк хоть орехи кали. Благодарю за урину, терапию. Спас руку примочками. И башку почистил. Выходили через нос коричневые макароны. Коричневые макароны — это уже гной, который сгустился, который превратился, спрессовался. То есть вот так он спрессовывается, и в итоге возникает гайморит. У человека вот здесь вот все болит голова и не знает, как это очистить. Начинает использовать вот эти вот проколы, делает там промывы или там через нос. Или еще там как-то все это делается. По-варварски.
Вот оно, простое средство, которое у нас умеется. Опа, применили, и все. И это все выходит. То есть важно, как можно залезть так, чтобы у вас и голова целая осталась, и действие было произведено. Низкий поклон и всех благ вам. Благодарю. Дальше пишет пользователь юзер, юзер-крузер, мрюзер. Вот так-то. Спасибо очень это за пояснение к моим фильмам о голоде. То есть огромное количество информации выставлено, разжевано. Пожалуйста, смотрите, так, всяк. Уж если там, ладно, там книги не нравятся читать, ну вот, видео смотреть. Дальше, чистка печени, плесени, травы побуривает. Рассказываю, как чистить, какие там травы, какие там все. Может, вы в этом... Но если чистка печени, плесени, травы побуривают, значит, там где-то и пример приведен. Эти травы приведены. Если нет, значит, в другом видосе есть. Если нет, значит, это в книге есть. Итак, пользователь пишет. Народ, все, что Геннадий Петрович говорит, пишет. Все правда. У меня такая особенность. Да, я услышал там, допустим, про упаренную мочу. Да, я услышал там еще там про что-то. Да, я услышал там... Грубо говоря, по бобровую струю. Она у меня есть, кстати, бобровая струя. Я ее приобрел. Вот. Сейчас возьму да попробую. То есть я опробую это, обмозгую, как, что, что. И потом уже все это рассказываю, как это может действовать. И пожалуйста. Я на себе все испытал, особенно уринотерапия. Спас руку, значит, благодаря компрессам. Ну, и дальше вывел, значит, слизь из башки. Это прошлое, да? Всех благ. Ольга, Нью-Йорк, 25. Что она написала? В интернете есть много рецептов, как почистить печень отваром из корня одуванчика. Они все разные. Кстати, чистка печени, там, я-то изложил не только вот это вот с маслом, лимонным соком. Есть с применением свеклы. Короче, есть масса очистительных процедур, без масла, когда можно почистить печень. Пожалуйста, используйте. И вот добавок опять-таки. Вот в эту вот книжечку, значит, я сейчас говорю, что я ее хочу расширить, дополнить, чтобы это, знаете, вот гордился. Гордился этой книжкой. Как я вот горжусь золотыми правилами питания. Потому что я вот очень много информации обработал, что, что, как, самое различное. И я, значит, рад, что сделал такое. И вот меня не удовлетворяет вот эта вот книга. Так вот здесь вообще у древних авторов, у древних лекарей огромное количество всевозможных рецептов о том, как почистить печень с помощью той или иной там травки. Кстати, Клара Доронина, и я эту чистку тоже изложил. Там, по-моему, особо даже не используется и масло. Там она такая растянутая чистка с помощью трав длинная, которая очищает на ваш клеточном уровне печень. Используйте ее, то есть все это есть. И много я описал. Итак, все чистки эти разные. Знаете ли вы об этом способе и как правильно это сделать, расскажите, пожалуйста. Я рассказал то, что у меня описано. Да, можно там найти, посмотреть, как там, там дозировка там и сроки действия, скорее всего, и что там используется. Ну ладно. Масло с лимонным соком не переношу, просто не могу выпить масло нисколько. Сразу возникает рвотный рефлекс. Вот и еще альтернативные методы. Пробовала соками, особого эффекта не увидела, спасибо. Конечно, особого эффекта такого, как, допустим, вот... очистки по бабушке Буревой с применением травок и масла с лимонным соком наглядно не будет, но тем не менее это все работает. Великолепно, конечно, чистит печеночку и голод, но это длинные сроки должно быть, тогда уж вывернет все. Дальше поедем. Миф 58. Покупка книг по ссылке. Уважаемый Геннадий Петрович, ваши книги я купил еще в 94-95 годах, 4 тома, и в 96 году 5 том. 5 том это просто издательство взяло еще, влепило 5 том.
целительной силы это 4 тона. Не надо туда ничего добавлять было. Вот они что-то там решили. То ли голодание с уринотерапией, то ли еще что-то как-то там совместить. До этого была статья в газете по чистке организма. Я почистил печень, и когда увидел зеленые и коричневые камни, то безгранично вам поверил. Но верить надо не то, что вот они выходят, эти там камушки, а надо ориентироваться на свое самочувствие. Могут камушки выйти. Главное, чтобы было послабление. Главное, чтобы вот отошло что-то, ну, в виде вот поноса. И самочувствие потом, как вы себя чувствуете. Чисточек желательно сделать с интервалом 4 или 5 раз. Потому что там у нас вроде как 4 доли печени. И вот для того, чтобы все это прочистить классненько, где-то так и надо и сделать. Не напрягаясь. Вот через недельки две, ну, делать. Потом, когда вы чувствуете, что вы набрали сил, у вас организм хорошо переносит эту чистку, вы можете сразу две двойные сделать. Одну чистку, на следующий день другую чистку. Потом отдохнуть недельку или две и еще разок сделать. Ну, вот так. Впоследствии применял урину и голод со 100% результатом. Я уверен, что с телевидения вас убрала аптечная мафия. Нет, первый раз аптечная мафия, она захотела, чтобы я с экрана телевидения больше рассказывал о клиниках, о лекарствах. Ну, то есть пошла, так сказать, работа более там с современной этой медициной, с врачами. Мне показалось, что это для меня неприемлемо, потому что я 5 лет вещал вам и книги написал о том, что вот это без всего можно этого обойтись. А тут разворот к лекарствам. Можно было там выиграть в деньгах, но потерять себя, как самого себя просто потерять, погнавшись за этими деньгами, за всем этим, и да. Да, и ладно, мол, я выбился, да, и наплевать на всех, вот. Значит, это так это. Я не стал. Косвенно можно сказать так, но ушел я сам. Но придет время, и люди вам поставят памятник за титанический труд сохранения и развития как древней, так и народной медицины. Ну, я только что вот вначале говорил, что здесь столько таких интересных, знаете, вот способов применения трав, причем нестандартно, народ там подметил. Можно это опробовать, можно посмотреть, что диву даешься, что весь этот пласт, огромный пласт древних знаний народной медицины оказался просто-напросто никому не нужный, и его взяли и выбросили. Хотя современная практика медицины показывает, что вот где-то 2 года назад Нобелевскую премию получила китаянка за то, что она открыла способ борьбы, насколько я понимаю, с малярией с помощью полыни. А этот рецепт о применении определенного вида полыни она вычитала в травнике 5000-летней давности или там, ну, где-то очень давно. То есть люди-то жили, комары были, малярии болели. А как они боролись? А вот и средство было. Сделали из этого лекарства, то есть разузнали, что и как, и пожалуйста. Просто удивляюсь. Я ваши книги сохранил и передам по наследству детям. Вот я, знаете, если слышно, самолет носится. Я вот что еще делаю? Вот почему этот травник, я его еще, знаете, перерабатываю, чтобы это было такое действительно мощнейшее пособие, где о травах бы рассказывалось так, что вот с древней точки зрения, как она работает, с современной точки зрения, вот эти все эти там различные там кумарины, там ароматические вещества, там еще там
афродизиак или еще что-нибудь. А как это там работает, там, сапонины и прочее, как это работает. Плюс примеры, как это применялось. Чтобы это, знаете, действительно после себя, вот можно прожить, грубо говоря, борщ с салом там поесть, то есть все там походить на рыбалку, еще там что-то сделать, да, и нормально, жизнь удалась, более-менее все. А можно действительно после себя оставить какой-то полезный след в виде вот этих книг. Что не возьми книгу, хотя бы про ту же уринотерапию. Я же не просто рассказал, что вот пейте вот эти, грубо говоря, саки там, или квасьте их, или упаривайте. Я же взял научные эти все источники, которые имеются, составные части мочи. Как их исследовали, что в них есть. Естественно, как это действует. И тогда становится ясно и понятно. Это научные работы, по сути своей. Что касается питания, то вообще, я вам уже там рассказывал, жаль, что я стер то видео. Не просто я рассказываю об этом, а о пищеварительной системе. Что происходит в том или ином отделе пищеварительной системы. Это же не мои вещи, я их физически не могу сделать. Но зато были целые институты, которые этим занимались. Тот же Павлов, который резал собак, вставлял там разного рода конюли и смотрел, что выделяется на ту или иную пищу. И именно он оказался научной основой раздельного питания, которое уже для людей взял Шелтон. Хотя еще древние там, в средневековых трактатах говорили о том, что вот нельзя там совмещать продукты, потому что они начнут ссору между собой, так правило, понос или рвота, в любом случае отравление. Нельзя есть слишком часто и быстро после одной еды, потому что одна еда догонит другую еду, пищеварение, что там у нас длится, не один час, а несколько часов. И опять-таки вызовет ссору, то есть отравление. Видите, как бы оттуда тянулось, а вот что, что, как она, почему это работает, только вот с работами Павлова, с работами Уголева, это уже на научном уровне стало ясно. Я и то почитал, я и это почитал, и все почитал, и, пожалуйста, изложил, ну, со своим умом. Возможно, затыкаясь, замыкаясь, хрюкая или еще что-то делала. Тем не менее, я старался донести, грубо говоря, правду. А что вы хотите от человека на 80-ке лет? Вообще-то, хочу с вами посоветоваться. Мне 70 лет, на здоровье не жаловался, иногда злоупотреблял. Но курить бросил 20 лет назад и прихватило у меня поджелудочную. На ней две кисты. Сижу, читаю первый, третий, пятый тома целебных сил и не могу решиться, с чего начать лечение, с урины или голодовки. Если прихватило поджелудочную, вот эти, если поджелудочную прихватило, поджелудочная восстанавливается, как и весь желудочно-кишечный тракт, путем того, что вы даете ему время на отдых, на восстановление. То есть здесь лучше всего голодание. И как раз вот эти приступы поджелудочной железы снимают чем? Снимают голоданием там 2-3 дня больше там. И нету приступа. Потом надо питаться, естественно, правильно, чтобы этого не вызывать. Я уже вам в одном из видосов рассказывал, что я приходил в такое заведение «Елки-палки» в Ростове, это, можно сказать, ресторан, съедал рис с, ну, этой самой, с томатной поджаркой, с бестроганами. Очень вкусное такое блюдо. Ел все в телеге, там, телега, ты подходишь и набираешь сам, сколько ты, грубо говоря, съешь. А платишь, как за порцию. А уходил, вот я съел, радуюсь, все хорошо, вкусно, выхожу из этого заведения, и у меня такая раз, вот такая вот опоясывающая боль. Что? А оказывается, провоцирует вот это вот пережаренный томатный продукт, это поджарка томатная.
Я ее не стал есть. У меня перестали эти приступы быть. То есть важно выявить для себя, после какого продукта у вас идет воспаление. Далее, у меня давным-давно нету изжоги, которая началась аж в детстве. Любил там кильку в томатном соусе, там, ну, там, еще там какие-то там продукты вот на основе вот этой вот, опять-таки, пережаренных томатов. Думаю, да что ж такое вот. Да, даже хлеб черный вызывал эту изжогу. Мед в большом количестве. То есть выявить эти продукты. То есть каждый продукт, помимо содержания белков, жиров, углеводов, там, витаминов и так далее, он содержит еще нечто, которое влияет. Вот если с позиции современной медицины, а что там в этой, будем говорить, в поджарке имеется? Сделанная по, как сказать, ГОСТу, это поджарка, все нормально, хороший продукт. А вот не подходит, лично для меня не подходит, вызывает. И так у каждого человека важно разобраться, какой ты, что для тебя подходит, и почему оно подходит или не подходит. И выбрать такой режимчик жизни, чтобы этого не было. То есть вот так вот, если это касается поджелудочной железы. То есть тут надо определиться с продуктами. Я об этом давно говорил. Мне не надо тут голодание, это просто для того, чтобы дать ей отдых. А потом, значит, вот такие продукты, которые, ну, в основном где-то вот кислые, едкие, вот что-то такое вот на нее так воздействует. Это убрать, и все с поджелудочной железой будет полный порядок. Но тут еще дальше читаем. В организме пока других серьезных болячек нет. Но боюсь, как бы не сделать себе по тупости хуже, чем есть. Если вам не трудно, может, подскажете, с чего начать и стоит ли в таком возрасте дергаться. Буду очень благодарен, с уважением, Кузнецов. Вот что касается две кисты, это уже совсем другое. Но если они вас не беспокоят, доживите с ним. Чтобы у вас не получилось вот такого, как с моим хорошим знакомым. Собрался удалить полипы в толстом кишечнике. А мы заодно удалили где-то 1/3 толстого кишечника. А потом, и как хочешь, так и живи. Мы удалили полипы. А как сейчас жить? Ну ты ж этого хотел? Не знаем. И никто не знает. То есть уже часть функций, которые выполняет 1/3 толстого кишечника, их нету. И никто их не будет. Ну, конечно, какие-то организмы как-то там приспособятся. Вот он и приспосабливается уже не один год.